трансфера. Сейчас я добираюсь с Витебска до аэропорта Шереметьево F. Решил сделать остановку в Москве. У меня есть еще 5-6 часов на то, чтобы посмотреть город. Мы договорились с водителем, чтобы он нас высадил возле станции метро. Но на самом деле он высадит нас не на станции метро, а возле поезда, на котором я доберусь до Москвы. Все покажу, как добираться, сколько стоит, что можно посмотреть, пару часов. Друзья, доброе утро. Я добрался до Москвы, до Ромашкина района, если не ошибаюсь. Сейчас вот буду садиться на электричку и прямым до Москвы добираться до Белорусского вокзала. Оттуда же у меня отправляется трансфер, поезд до аэропорта. Аэропорт у меня Шереметьево F. Вылет будет. Добирался я на трансфере компании Турлогистика. Сейчас вам покажу его. Мы с ними сотрудничаем давно. У них Mercedes, хорошие автобусы. Делают трансфер до Москвы, делают трансфер до Киева. Сейчас посмотрим на списание, никого нету, но должен идти в 11:36, каждый час ходит. Есть расписание, мы видим, что в 11:47 следующее отправление у нас будет на Москву. Идет он 30 минут, Белорусский вокзал. Оплата, здесь кассы нету, но можно будет оплатить или в поезде, или при выходе. Ну вот видите, здесь у нас нету кассы никакой, можно оплатить, но указано, что кассиру, контролеру. Следующая остановка – рабочий поселок. Осторожно, двери закрываются. Купил я билет. Билет стоит 69 рублей. Единственный момент – оплата допускается только в российских рублях. Карточкой оплатить нельзя. У меня, к сожалению, не было. Я попросил долларами рассчитаться. Ну, мне пошел навстречу кассир, и он взял доллары, и мне билет выписал. Вот тут снизу штрих-код. При выходе, когда вы проходите турникет, вы его билет засовываете, штрих-код считывается, и вас пропускают в город. Вы можете выйти. Как я буду дальше действовать? Я на Белорусском вокзале сдам вещи в камеру хранения. Это где-то около 100 рублей стоит на сутки. Ну, вы увидите. После этого я поеду по своим делам, поеду в город смотреть какие-нибудь достопримечательности. Самолет у меня вылетает в 20:40. Соответственно, где-то в 17:40 я должен быть в аэропорту Шереметьево F. Поезд от Белорусского вокзала до Шереметьево F идет 30 минут. Ну, до часа, где-то 45 минут максимум. Поэтому мне необходимо будет быть где-то в 17 часов уже в аэропорту. Поэтому я где-то выезжаю в 4 часа. Поэтому если вы будете сами делать эти расчеты, вот, пожалуйста, применяйте такого плана. Еще из важных моментов. Здесь в поезде есть бесплатный Wi-Fi. Нажимаете «Включить Wi-Fi». Выбираете сеть. Вот, смотрите. Сейчас. Опа. Вот тут видите, есть SRK Free. Надо будет просмотреть рекламу, ввести свой номер телефона, и вам придет смс, и вы сможете пользоваться бесплатным интернетом. Thank you.
уточнил у ребят, как сдать вещи в камеру хранения. Камера хранения находится в двух местах. Или вот здесь вот, там назад вот, сейчас покажу, вон там вот сзади за мной находится кассы, и там есть камера хранения. Или, так как мне надо ехать дальше на Шереметьево F, здесь, где посадка будет на поезд, на Аэроэкспресс, тоже есть камера хранения. Я пойду сдавать туда. Стоит 250 рублей в сутки, каждые последующие сутки тоже 250, и за каждое отдельное место вы платите, если даже сумочку маленькую, тоже 250 рублей. Оплатить карточкой здесь можно, в поезде вот было невозможно платить, а здесь можно, вы даете карточку и все. Сейчас мы пойдем покупать билет на поезд на Аэроэкспресс до Шереметьево. Идите по указателям Аэроэкспресс. Входит каждые 30 минут с 5:30 до 2:30 минут. Мы выбираем тип билета. Стандартный. Вот смотрите, все видно. Я выбираю стандарт. Выбираем получить смс, например. Нажимаю кнопку. Все верно. Банковской картой. Вставляю банковскую карту. Ввожу пин-код. Мне отдается обратно карточка. Потом турникет складываем и едем. Ну вот, мы ушли в город. Билет я вам показал, как покупать, все очень просто. Билет 500 рублей стоит, камера хранения 250 рублей. Сейчас идем в метро, ну и поедем там. На Баррикадную, хочу в планетарий посетить. Как я помню, метро находится рядом, вот здесь вот. Сразу же вышли, повернули налево. Вот тут метро. Сейчас посмотрим, можно ли здесь карточкой оплачивать метро. Если нет, ну тогда, значит, пойдем поменяем деньги. Я купил вот такую карточку на две поездки. 110 рублей она стоит. Это 2 доллара приблизительно в кассе. Или вы можете, там есть такие же автоматы, воспользоваться автоматом и через автомат это сделать.